Мы переходим, Аркадий, с вами к моменту вручения призов. Стоп, мы подарков. Уже никуда не переходим. Мы никуда не переходим. Как стояли, так и стоим. Ну, как здесь. Как стоять, так хорошо. Ну что, драма. Хорошо. Драма, понимаешь, драма. Драма. Не драма, не... а Иркутской академической драматический театр имени Охлопкова приглашает на спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити», который состоится 24 декабря в 11:00, Екатерину Чеканову. Please welcome. Низкий вам поклон. Музыкальный театр. Музыкальный театр. У нас отправится Оксана. Номер телефона заканчивается на 9031. Она нам звонила. У нас же звонки сегодня у нас были. Же звонки были аж сегодня. Несколько. Да. Немного сообщений ВКонтакте, зато очень много звонков. А далее, что это? Сертификат. На что? На мастерскую Деда Мороза. Мороза? Мороза. Маразма. Дедушка Маразма. Это вот лет через... Ну, у меня пораньше, мне кажется. А, значит, мастер-класс по художественной керамике достается. Андрей. Андрей, номер телефона заканчивается на 2050. Ну и тысяча рублей. Заметьте, с каким пиететом, восторгом и придыханием произносит Аркадий давно забытое слово для него тысяча рублей. Рублей. Хотел бы сказать, у нас получит Елена. Номер телефона заканчивается на 399. Все, друзья, спасибо как большое. Все, давайте еще что-нибудь. Так, ну нет, ну давай. Доставайте телефон. Чашечка из утреннего коктейля, пожалуйста. Олень. Опять же. Ветки. Мы можем разыграть абсолютно все, но чуточку попозже, 28 декабря. Все это достанется всем вам. Да, а пока, друзья... Об этом никто не знает, ну ладно. Сюрприз будет. Посмотрим рубрику «Видеоинструкция».